Друзья мои, ну вот и наступили те самые суровые, тоскливые для меня дни, которых я очень сильно боялся. Сегодня я привел свою любимую обезьянку в Москву, поэтому мне очень плохо и грустно. Единственный, кто меня сейчас поддерживает, это вот эта маленькая птичка, которая прилетела ко мне неизвестно откуда. Но я рад нашему знакомству. Я думаю, это очень хороший знак. А вы как думаете? Мандезилчик, привет! Где Мандезил? Мама привет передает. Кабан Петлович тоже передает большой привет. Скажи, Мандезил, прилетай быстрее, мы тебя ждем. Да. Всем привет, ребятки. Вернулась я в Москву, наконец-таки. А к погоде так еще не адаптировалась. Надела я белую шляпу, летний комбинезон. И попала под дождь. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Слушай, Юлёк, интересная история получается. Платье подружки невесты ты нашла. А у нас что, кто-то замуж выходит? Девушка, вы знаете, голова не только для того, чтобы красить лицо, принимать пищу, но и для того, чтобы думать, хотя бы изредка пользоваться своими мозгами. Вот этот вопрос характеризует вас как человека абсолютно глупого и совершенно.